everybody, Learning Comics, с вами я, Вадим, и сегодня у нас будет выпуск, где мы не будем проходить обычные уровни по Plants vs. Zombies, а поиграем в More Ways to Play. Поехали. Puzzle Mini Games, ясно, давайте в Puzzle. Что ж мне выбрать? Я не знаю, что такое iZombie, поэтому поехали. Зомби мне сказали помочь им в практике завоевывания домов. Я сказал им, что было бы хорошо до тех пор, когда растения не пострадают. Я поставил манекен из нарезанного картона на твоей лужайке. Have fun, bitch. Окей, надо съесть мозги, чтобы выиграть. Надеюсь, это не мои. Тим. Чуваки, у нас зомби-бизнес! Надо выбрать место, где больше всего безопасно. Не, ну самая первая тропинка вообще самая опасная. Что это? Ой, есть идея. Дай я! Вот лиза! Она тебя пожарит. Вот так выглядит. Опа, мне страшно. Надеюсь, это не мои мозги. Как мозгов может быть 5 человек? Погодите. О, смотрите, у нас есть тропинка, где первая это какой-то кабачок. Давайте попробуем. Это вот тебе и опасно. Кстати, как картонки их не начат зомби, я не понял. Серьезно, это картонки их не начат зомби? What the fuck? Предпочту эту тропу. На. Пошли дальше, поехали. Ура, мы съели какие раз, два, три. Третье мозги. Чего начнем? Давайте с ведра. А нашему зомби Бобуку. Папа, да? У нас остался один мозг. Давайте. Ура. Что это за кубок такой? 1000 монет. Вау, что это за достижение? Where the sun don't shine earned. Complete the first eye zombie level with... Я получил 1000 солнышек! На первом уровне я зомби, я получил ачивку. С ума сойти. Keep on collecting those trophies. Короче, это самое, собирайте эти кубки. Ладно, давайте посмотрим за Last Stand. Чуваки. А-о.
Where's all the sun gone? Я тебя не понимаю. And the sunflowers. Я на монтаже либо переведу, либо я сейчас пропущу. Oh well. Thankfully, я это никогда не буду понимать. Какой thankfully? Поехали, что у нас такое? Допустим. О, у нас 3000 солнышек, чуваки. Это что за огненные печеньки? A huge wave of zombies is approaching. В данном моменте мне не о чем страдать, все безопасно. Извините меня, но это что за... А, нормальное количество зомби. Все равно зомби как стандартные, их убивают мои растения за секунду. Да я не буду продавать везде эти сицилы. Ну давайте вот эту линию сделаем, если будет кто живучий. Давайте посмотрим на зомби. Ну, на всякий, знаете. О, сразу родились ребятки. А почему она начинается без звука? Сейчас я не понял. Я понимаю. Иди ты на... О, ведро! Я не буду даже ничего продавать, покупать. У меня уже есть эти пчелы, которые взрываются. Это самое. Да. Чё это за шипы, я не знаю, но выглядят стильно. Твою мышь, ведро, как всегда, вовремя, в нужном месте. И реальное. It's a kind of magic. Well, тот же состав, а у нас уже 3 волны прошло из 5. Вот после каждой волны даже... Надо быть реклама. Реклама еды. Вы на что-то намекаете? О, нет, что это за красные чилики? Наконец-то! Не обращайте внимания на этот знак. Я просто... Игра опять жрет мои файлы. Поехали. И на монтаже скажу, что меня дико бесило, что когда я с первой попытки прошел без записи, когда запись вырубилась, я прошел эту мини-игру просто с первой попытки. Ну, представим, да? А сейчас вы видите мои жалкие попытки продолжить, типа, выигрывать.
Да уж, вот это меня бомбануло, конечно. Но все-таки есть финальный результат, и вы скорее его ждете. Ну, давайте не буду томить. Вот результат последний, как я его прошел. Наконец-то сделал! Ну давайте не стоять на месте и будем продолжать далее. Зомбатение. Почему зомби так странно выглядят? Реально, почему они такие странные, Стрэндж? Ах ты, пушка какая! Чёрт, сейчас еще и волна будет. Чёрт! У меня два двойных карах отстрел, неудачники. Что с особи? Сделай орехи. Моя армия топовая! Кстати, почему нам Crazy Dave не сказал, от чего это такое появилось? И это все? Я мог это уложить в одно просто длинное видео. Но я устал в первой части. Все, это не заканчивается так странно видео. С вами был я, Вадим, и в следующих комиксах. Чуваки, я сделаю полную часть из двух видео. Удачи!